Весело, шумно и с танцами. Жители и гости города проводили зиму. На спортивной набережной развернулись настоящие масленичные гуляния. В рамках празднования Масленицы торговая марка «Палыч» и администрация города Владивостока рады поздравить гостей и жителей города. Мы приготовили угощение – блинчики и горячий ароматный чай, а также развлекательную программу с ведущими и диджеем. Замерзнуть собравшимся не давали народные забавы и веселые конкурсы. Внимание! Кстати, для победителей торговая марка «Палыч» приготовила вкусные подарки – фирменные блины с начинкой. Соблюдая древние традиции, в последний день масленичной недели, конечно, всех гостей угощали блинами. Очередь выстроилась длинная. По словам организаторов, секрет такого успеха – особый рецепт. Рецепт вообще-то, конечно, не разглашается. Но самое главное – готовить с душой, чтобы было вкусно. Если вложил частицу себя, то обязательно будет вкусно. Вкусные угощения и праздничная атмосфера заметно поднимали настроение гостей в этот морозный день. Вкусные блины. Очень. Очень вкусные. Детям нравится? Да, смотрите. С удовольствием. Организаторы праздника отмечают, радость на лицах гостей – главная награда для них. А потому с удовольствием придумают еще не один повод собрать всех, чтобы вкусно и весело провести время.